Всем привет, дорогие зрители! Приехал я в район Каркаджак. Нашел тут двухуровневую дуплекс-квартиру с садом. Расстояние от моего места до пляжа Каркаджака 1250-1300 метров максимум. Отмерял по карте Google. Тут у нас есть бассейн, зона барбекю. Вот квартира продается в этом блоке. Тут несколько блоков. Дорогие зрители, здесь есть фитнес. Айдат 150 лир. Здесь у нас открытая парковка. Хорошо. Значит, здесь у нас открытая парковка. Айдат, оказывается, у нас тут 200 лир на данный момент. Будет 250 лир. Так, здесь такая прихожая. Гостиная комната, совмещенная с кухней. Вид на крепость Алания, вид на море и вид на бассейн. Открытая парковка, кто успел, тот поставил машину. Можете оставить свою машину около этой квартиры. Тут очень просторный балкон. О, застекленный балкон, скажем. Потому что там не застекленный, а здесь застеклили. Здесь санузел без душевой кабинки. Спускаемся вниз. Под лестницей у нас как место для кладовки можно сделать. Сюда установить стиральная машинка. Здесь у нас первая спальня, это хозяйская спальня, кладовка, гардеробная, скажем, это спальня. Так, здесь санузел с душевой кабинкой. И спальня с выходом на балкон, который выходит в сад. Отсюда. Вот такая терраса. Здесь у нас лесенки, которые выходят к бассейну. Можно сделать калитку. Это территория этого комплекса. Сюда, как мне сказали, сажать деревья и кусты нельзя. Можно там горшки посадить, что-нибудь. Так. Ну, можете поставить там стул, сесть, отдохнуть. Дорогие зрители, цена двухуровневой квартиры 2 плюс 1 67 800 евро. Нужно купить бытовую технику, мебель, обставить ее, и будет вам уютная квартирка. Обойдется где-то 4 000 евро. Все, с вами был Акасий из Солнечной Алании, район Каркаджак. Всем пока-пока.